Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Код изобилия». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание деньгам и поговорим о том, почему вы сами своими действиями, своими словами отталкиваете деньги. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете много важной информации для себя. А прямо сейчас подпишитесь на канал «Код изобилия», ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этой информацией с теми, кого вы любите, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают эту важную информацию. Вы знаете, подсознание человека никогда ничего не забывает и, что немаловажно, не прощает. Даже самые небольшие долги оплачиваются с процентами. Многие люди думают о том, что они могут обмануть Петю, Маню, Васю, обхитрить как-то. И вроде бы все хорошо, да, у одного забрал, у другого кинул на деньги, четвертом и так далее. Но вы должны понимать, что людей можно обмануть, но законы космоса, вселенной, высших сил никто не отменял. И таким образом вы сами можете сами напакостить сами себе. Вы думаете, что вы зарабатываете большие деньги. Часто так бывает. Вы работаете на трех работах, и при этом вроде бы как бы и доход растет, но в то же время у вас появляются непредвиденные постоянно расходы. При этом это те расходы, которые по идее, по вашим планам не могли и быть. И вы в какой-то момент начинаете понимать и осознавать, что сколько бы вы ни зарабатывали, все уходит пустую. И существует несколько непонятных иногда для вас самих причин, куда же деньги иссякают, почему они уходят из вашей сферы влияния. И одна из них, та самая непонятная причина, это скрытые долги. И если кто-то сейчас подумает, что это банковские кредиты или рассрочка, или долги, нет. Речь здесь идет и о вашем невозвращенном долге какому-либо человеку. Например, вы одалживали какую-то кому-то сумму, пусть это будет, точнее, у вас, да, вы одалживали, и небольшую, но со временем условно процент вырос, размер долг увеличился, и вы сами по какой-то причине забыли об этом долге, и деньги все равно, помните, будут сняты с вашего счета, хотя вы, возможно, этого не давали согласия. Помните о том, что ваше подсознание никогда ничего не забывает и не прощает. Даже самые небольшие долги всегда оплачиваются с процентами. Помните, вы можете обмануть людей, вы можете обмануть кого угодно, но бумеранг никто не отменял. Далее, любовь ко всему бесплатному ведет вас также к бедности. Мы, к сожалению, возможно, из советского времени привыкли получать многие вещи бесплатно. Нам это должны. Нам нужны родители, нам должны родственники, нам должно государство, школа и так далее. Но вы должны понимать, что в этой жизни есть, кроме материального плана, есть и энергетический план. И, например, когда преподаватель обучает вашего ребенка, он не только время свое тратит, но он тратит и свою энергию. А что он получает от ребенка взамен? По большому счету, если родители не готовы оплачивать обучение, если родители не готовы, чтобы ребенок обучался, то происходит дисбаланс в этих отношениях. Ребенок ни в чем не виноват, но родители не готовы платить, например, преподавателю, учителю, ему нужно тоже на какие-то деньги жить, правильно? Мы здесь говорим вообще, мы не говорим о государственных школах или институтах, или говорим о частных, мы говорим вообще. То есть всегда должен происходить баланс. То есть если вы оказали кому-то услугу, то вам за эту услугу обязаны, должны заплатить. Если вы не оплатили, бывает случай, и человек ушел,
произошел дисбаланс, произошел разрыв энергии. И вот дальше происходит следующий виток каких-то определенных событий. И эти события не значит, что не всегда будут хорошие. Или очень часто у нас люди умеют обманывать людей, да, и думают о том, что я наварился, сделал, заработал и так далее. Но самое ужасное, когда наступает, наверное, старость, когда мы уже становимся пожилыми, как бы мы ни хотели говорить, что мы всегда молодые душой и так далее, но наше тело все равно стареет, все равно есть расцвет и есть упадок. И вот на старости лет у нас появляется то, начинает происходить, знаете, как жизнь начинает возвращать то, что было у нас в молодости. Мы кого-то кинули, мы кого-то обозвали, мы кому-то сказали не те слова и не подумали и так далее. И вот этот процесс начинает запускаться уже в обратную сторону в отношении нас. Поэтому, пожалуйста, никогда не обманывайте людей, не кидайте людей. Какие бы они ни были бы немощные, возможно, они не мудрые, возможно, они нетерпеливы. Старайтесь всегда заработать честным путем, это достаточно важно. Иначе законы космоса к вам все равно вернутся. Кто-то сейчас скажет, вон посмотрите на депутатов, посмотрите на каких-то бизнесменов и так далее, и так далее. А вы знаете ихнюю жизнь? Вы ее, к сожалению, не знаете. И есть очень много случаев, когда люди идут в депутаты, в мэры, обманывают. И после этого проходит небольшое количество времени, эти люди вроде и остаются у нас на общем виду, но то, что происходит с их детьми, с их внуками, вы знаете, никому хорошего не пожелаешь. Поэтому, пожалуйста, смотрите на себя в первую очередь, а потом вот на того, кто слева или справа. Потому что, как минимум, вы пришли в эту жизнь сами. И так же само вы уйдете. Да, у вас на этот момент окружают вас дети, внуки вас окружают, родители вас окружают, но наступит момент, что вы уйдете отсюда. И так же самое, обратите внимание, как вы пришли в этот мир. Вы родились, вы один, у вас не было паспорта сразу. И так же самое, когда вы уходите отсюда, у вас нету даже самого простого, у вас нету кто вы, что вы, да. Потому что есть материальный мир, а есть вот то, что-то нематериальное, которого никто, к сожалению, не осознает и не знает. Также старайтесь не общаться с негативно настроенными людьми. Особенно те люди, которые постоянно терпят неудачи в бизнесе, которые постоянно ноют, которые постоянно всем недовольны. Особенно если вот вы едете в общественном транспорте, и вы присели, и вы слышите, как кто-то, вне зависимости от пожилого возраста, молодого возраста, начинает бубнеть и какие-то говорить гадости, быть недовольным. Старайтесь закрыться, одеть золотую сферу, чтобы этот человек вам не отправлял вам негатив, чтобы он своими присосочками не цеплялся к вашему энергетическому полю. Это очень важно, потому что он присосался к вам и уже потихонечку начинает разрушать вашу энергетику. А вы должны понимать, что всегда есть определенные цепные реакции. Это очень важно. Друзья, вот мы сегодня хотели с вами поделиться вот такой вот информацией. Мы надеемся, она будет вам полезна. И мы надеемся, мы чуть-чуть открыли вам глаза на то, что вообще происходит, возможно, вокруг нас. Возможно, мы не понимаем, возможно, мы что-то не осознаем, но это нормально, мы все люди, мы учимся, мы не знаем, когда будет хорошо, когда будет плохо. Мы должны интуитивно, с любовью, с радостью относиться к другим людям, любить их. Вспомните Иисуса Христа и вспомните Библию. Как бы его там ни били, да, как за его спиной не говорили, а он продолжал делать свою работу, нести любовь, нести мир в эту мир, в эту жизнь и в этот мир. Поэтому постарайтесь это также делать. Возможно, иногда это очень тяжело, но это происходит от того, что вы, каждый из нас сам выбирает вот ту жизнь, тех людей, с которыми вы хотите жить, ругаться, спорить. Вы должны понимать, что каждый раз, когда вы оказываетесь в тех или иных событиях, ситуациях, вы это сами выбрали. Вы захотели в них проиграть, прочувствовать вот те эмоции, те страдания, возможно, выйдите с них и с высоко поднятой головой идите дальше. И вы поймете очень многие вещи, вы поймете, как вы можете сами отталкивать деньги,
как вы отталкиваете изобилие, богатство. Особенно бывают такие случаи, когда человек постоянно ноет и говорит, что он хочет больше зарабатывать, он хочет быть, например, не просто быть бухгалтером, да, а главным бухгалтером или финансовым директором компании. Наступает момент, что руководитель говорит: ну что, с завтрашнего дня, как ты смотришь на назначение главным бухгалтером? И вот этот человек говорит: не-не-не, я боюсь, мне надо еще подучиться, мне еще надо что-то там узнать. Знаете, иногда редко бывают шансы. И человек струсил. А когда следующий будет шанс? А звезды были все на стороне этого человека. То есть вы сами своей боязнью, даже не знаниями, а своей боязнью испугались. Испугались вот этого открытия, вот этой двери к изобилию и к достатку. Поэтому, пожалуйста, друзья, меняйтесь. Наш канал «Код изобилия» вам в помощь, в поддержку. А мы с вами прощаемся и услышимся уже в следующем видео.